Всем привет! Сегодня я хотела бы показать мои фиалочки. Сейчас наступила осень, и они начали потихоньку распускаться. Например, вот эта, самая первая у меня стоит. Вот, можете посмотреть, она какая у меня симпатичная. Сорт называется «Бой быков». На видео, я думаю, не видно будет, но она с блесточками. И сейчас вот это только-только первые ее бутончики, они еще маленькие, как видите, в размере. А в принципе, бутончики бывают, распускается цветок размером примерно с коробок со спичечной. То есть это у меня бой быков. Вот этот цветочек у меня распустился первый раз. Вот, видите, какой красивый здесь на кончике у него цвет такой интересный, переливается. Появился у меня эта фиалочка в прошлом году. Вот видите, какая она большая, объемная розеточка у нее выросла за это время. А сорт у нее называется, сейчас скажу, Arctic Frost. Они у меня снизу все подписаны, я все их не помню. Следующая фиалочка тоже расцвела. Видите, какая интересная. Вот она. Опять у меня солнышко отсвечивает. Вот какая красивая фиалочка. Тоже по объему очень большая. А называется это у меня Валеска Виол. Так, вот так вот. Задать тень. Сейчас пойдем на другое окно. Я покажу, какие есть еще. Угу. Вот теперь еще одна фиалочка. Вот она уже много листиков распустила. Тоже красивая очень. Я видео делаю с телефона, и на самом деле цвет очень сильно искажен. Не знаю почему, я пробовала фотографировать, вот сейчас у нее вид, как будто это синенький цветочек. На самом деле это сочно-сочно сиреневый цвет с очень красивыми блесточками такими. Ой, замечательно выглядит фиалочка моя. Так, а тут подписано название. Ой, на этой нету названия. А, нет, вот. Вельвет написано название. Вельвет Фрост называется. Там был Арктик Фрост, а это Вельвет Фрост. Я так понимаю, это из одной же серии. Это еще не цветет. Тоже у меня новиночка. Пока только очень красивую розеточку она набрала. Так, попробуем жалюзи закрыть. Вот так, чтобы я вам показала еще одну. А вот это у меня цветет. Что это за конкретный сорт, я не знаю. Она мне попалась без названия. Но цветет она такими нежно-нежными цветочками. Он белый цветочек с блесточками. А серединка у него такая слегка-слегка голубоватая. Прям маленькая. Вот она у меня в маленьком горшочке стоит. Вот, совсем небольшой горшочек. Вот еще она выпускает цветочки, как видите. Вот они какие красивые. Мелкие. Тут еще один цветочек. Получается, у меня на каждом окошке у меня стоит всего по 3 цветка. Ну, у меня маленькие окна. И поэтому, получается, я вам могу показать только эти. Вот видите? Здесь он у меня много еще бутончиков. А он когда высыпает, такой вот шапкой огромной становится. Пышная, красивая. Когда распустится этот цветок, и у меня еще на соседнем еще 3, я тогда добавлю еще одно видео и покажу вам, какие у меня еще есть фиалочки.